Привет всем! Сегодня у нас очередной обзор покупок из финских магазинов. И в этом обзоре будет представлено два магазина. И это сеть Ко, или по-русски К. Это у нас Ко-маркет, финны говорят, или К-маркет на русский лад. И К-сити-маркет, или Ко-сити-маркет, как говорят финны. И первый магазин, который я хочу показать, продукты из этого магазина, это К-маркет. Вот, купил такую курицу гриль, и цена акции сейчас поштучно, цельная курица, вот гриль, 4,95. Сказали, продавец сказал, что примерно одна курица весит килограмм 200-300 грамм. Ну, точно не могу сказать, здесь вес не написан, но стоит она, как я сказал, уже 4,95. Вот, я думаю, что видно. Следующий товар это у нас, будут сегодня интересные товары, поэтому посмотрите до конца. Следующий товар это вот такая вот копченая салака, килограмм стоит, это тоже акция, 9,95. Вот такая рыба Нерия макиан, я точно не знаю, как она переводится, но в общем, как вы видите, да, это скорее всего из лососевых она, килограмм 9,95 стоит. Купил вот таких две баночки. Здесь написано, это черносливовый мармелад. Но мое мнение, что это все-таки не мармелад, это больше на повидло похоже или на варенье. Баночка 300 грамм весит. Это, кстати, специальная такая рождественская сладость такая готовится. Из слоеного теста, вот здесь изображено, да, это из слоеного теста. Продается сейчас везде слоеное тесто тоже. Делаются вот такие звездочки. И вот туда вот варенье это накладывается. Вот таких две баночки стоили по акции 2 евро. Еще вот такой килограмм риса купил. Это рис, я так понимаю, название риселла у него. И национальное тоже блюдо. Сейчас продается во всех, наверное, магазинах можно найти такой рис. Специальный рис для этого финского национального блюда. На Рождество его готовят. И варится рис, и вот добавляют сюда корица. Вот такая вот упаковка, она килограмм весит, и стоит она сейчас евро 99. И это тоже написано, что акция. И последний товар из магазина К-маркет, это у нас клементины, ну, как мандарины, наверное, это сорт мандаринов такой, 99 центов за килограмм стоили. Сейчас переходим к товарам из магазина К-сити-маркет. Перед этим хочу сразу же показать вам стоимость товаров в магазине К-маркет. Общая стоимость была 33 евро 52 цента. Первый товар, который я хочу показать из магазина К-сити-маркет, это хурма. Сегодня она была довольно-таки, можно сказать, почти вот-вот, уже такая очень спелая, что можно даже руками раздавить ее. И акция была, 1 килограмм стоит 1 евро. Вот, смотрите. 1 евро за килограмм. Очень аккуратно надо, чтобы не раздавить ее. Следующий фруктовый товар у нас это груши. Вот такие замечательные груши. Одна упаковка весит 1 килограмм. И груши у нас выращены в Голландии. Одна упаковка стоит 1 евро. Это акция. Очень хорошая акция. Следующий товар это лимончики. Пол килограмма сеточка. Это испанские лимоны. И одна такая сетка стоила 1 евро. То есть килограмм получается 2 евро. Следующий товар это вот масло. Сливочное масло 500 грамм. Упаковочка. Жирность 82%. И это масло не соленое. Постоянно стараюсь покупать именно не соленое масло. Здесь процент соли 0,1 грамма на 100 грамм. И последний товар на сегодня это вот такой большой мешок картошки. Это 5 килограмм картошки финской. Такой один мешок стоит 1 евро. То есть получается килограмм 20 центов. Это акция. Я так помню, что это почему-то у них делается только вот предрождественские дни такое. В общем, все товары, которые я купил, я вам показал. И последнее, что я еще не сделал, это и не показал вам чек. Итак, общая стоимость всех товаров, которые я купил в магазине К-сити-маркет, это у нас 13 евро
49 центов. На этом все. Спасибо всем за просмотр. Пишите ваши комментарии. Будет интересно почитать, сколько стоят такие подобные товары в ваших магазинах. И увидимся уже в следующем видео. Все, пока.